В преддверии Дня независимости Украины активисты общественного движения «Украинский выбор права народа» собрались в столичном парке имени Шевченко. Здесь участники акции возложили цветы к памятнику великому Кобзарю. В День независимости «Украинский выбор права народа» считает своим долгом почтить память великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко как символ нашей государственности, как символ нашего народного духа, как символ нашей непримиримой, нашего желания быть в мире, быть в дружбе со славянскими народами, о которых Тарас Григорьевич Шевченко считал, что все славяне должны быть в общей государственной традиции. И мы чествуем нашего великого поэта, мы празднуем День независимости украинского государства как одного из славянских государств, которые должны быть едины и неделимы. И те все бури, которые существуют в нашей стране, должны закончиться миром, и на этой земле должно быть счастье, дружба между славянскими народами. Координатор по работе с общественными объединениями «Украинского выбора права народа» Валерий Блидер объяснил, почему настроение накануне праздника не праздничное. Мы традиционно отмечаем этот день как праздник. Это праздник, действительно, праздник государства. Но какой праздники разные бывают. Для нас, конечно, этот праздник со слезами тоже на глазах, потому что у нас в это время, когда мы празднуем, а здесь умирают люди там, в зоне антитеррористической операции, это совершенно не то у нас происходит сегодня в стране, о чем мы 26 лет назад мечтали, о чем мы, чего мы ожидали, какую страну мы строили. Мы действительно строили, если исходить из нашей конституции, демократическую, свободную, социальное государство строили. Сегодня все эти понятия грубо попраны. Мы не являемся демократическим государством, потому что у нас диктат идеологии, чего запрещено Конституцией. У нас нет демонтированы социальные все завоевания и продолжают демонтироваться до нельзя. Впрочем, в украинском выборе полны надежды и решимости изменить ситуацию, поскольку общественное движение возглавляет лидер, способный объединить народ Украины, сшить страну. Однако же я хочу высказать надежду, на эту надежду наш лидер Виктор Владимирович, он делает все для того, чтобы вернуть страну в правовое русло, вернуть ей, нашему государству, социальное звучание и восстановить наши ценности, которые мы защищаем именно сегодня. Украинские выборы, Виктор Медведчук является основным защитником тех традиционных, исторических, культурных, православных ценностей, которыми жил наш народ, жило наше государство. И более 20 лет у нас соблюдались эти понятия, защищались эти ценности. Сегодня этого нет. Но я надеюсь, что благодаря таким людям, какие сплотились вокруг Виктора Медведчука, те силы, они мощные силы, мы сумеем сделать так, что следующие дни независимости мы будем уже праздновать свободной и процветающей стране. С момента создания движения его лидер Виктор Медведчук, вся команда, а также общественные организации и партнеры украинского выбора отстаивают необходимость утверждения в стране реального народовластия посредством реализации механизмов прямой демократии, построения правового государства, единственным источником власти в котором является народ.